Ехала машинка, когда-то давно делал на ней град, где-то тут на ней вмятинка. А, вот она. Точно вмятинка на капоте. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Прям до самого движка опустилась. Только что движок не отпечатался. Называется «Падал снег». Вот они, молотки и топоры, как я говорил. Все нормально, все хорошо. Клей прекрасно все держит, ничего не соскакивает. Инструмент работает хорошо. Всем привет! Решил переделать вот такие молоточки. Это набор, куплен еще в 90-х годах. Скорее всего, СССРовский еще. Я им работал, стучал, но это чисто рихтовочный набор. Занимаюсь без покраски. Иногда появляются в работе какие-то обширные повреждения, с которыми бороться легкими молотками. Я имею в виду вот такими вот игрушечными. Мягко говоря, неэффективно. Есть и другие молотки. Для разнообразия решил понаделать. Тут, конечно, по качеству и отливки, всего остального, тут качества особо никакого нет. Сейчас будем их немножко приводить в чувство. 264 грамма. Этот у нас 222. И этот у нас 215 по весу. 260, 240 и 215. Как мы видим, здесь отливки такие довольно-таки грубые. Когда они заморачивались, делали инструмент абакак. Вот, поэтому немножко надо будет их привести в чувство. Здесь тоже был второй боек, то есть молоток еще был потяжелее. Ну вот я решил их переделать ближе к беспокраске. Первым делом вот эти вот вещи надо убрать напильником. Неровности, дефекты отливки. Поубираю вот эти швы тоже, посточу. Потом уже буду заниматься самой формой, размерами. Потихонечку эти отливки уходят. Применяю два вида напильников, погрубее и помельче, и чуть разными диаметрами, круглые. Первый вариант готов, заусенцы поубирал. Переходим ко второму. Следующий момент, будем убирать вот эти всякие заусенцы. Как мы видим, даже форма неправильная. Сейчас молоточки, что делается, все по центрам, все красиво. А тут делалось на количество, а не на качество. Насадочка лепестковой, зернистость, сороковка. Обязательно надо использовать очки. Тоже что-то проясняется. Дальше вот эти отливочки сейчас слегка подуберу. Тоже на него приятнее смотреть. Теперь вот эти отливки надо убирать. Следующий молоточек. То же самое. Сейчас приведу немножко в порядок вот эту сферу. А потом займемся вот этим окончанием. А здесь два варианта. Значит, во-первых, либо можно нарезать, здесь отрезать, сделать сферу.
Это раз. Второй вариант. Обрезать вот так, нарезать резьбу. Третий вариант. Срезать все и приварить резьбовое соединение, чтобы была вкручивающаяся какая-то насадка. Другая. Допустим, это у нас жесткая металл, а сюда какую-то мягкую. В итоге сейчас я, наверное, обрежу и попробуем, как нарезается резьба. Я еще не знаю, что получится. Более-менее аккуратно это получилось. Воспользуюсь скотчем бумажным. Не стал я вот здесь вот точить сферу, что-то делать. Почему? Потому что одно дело вот эта сфера, а когда надо какую-то насадочку поставить, а у меня их много, будет эффективнее. Вот такой тонюсенький есть отрезной кружочек. Из одного молотка получилось два. Сейчас надо наметить здесь центр. Пытаемся сверлить. Следующая сверлушка берем. Нарезаем резьбочку. Вот что получается. Сейчас возьмем любую насадочку и проверим. Все со свистом заходит. Хорошую идею мне подсказали ребята. Функционал молотка повышается. Хочешь такую насадку закрутил, хочешь вот такую. Хочешь вот такую, какую хочешь насадку, закручивай, и ей уже можно работать. А так было бы окончание какое-то одно. Было бы вот такое окончание. Функционал вот с этим моментом повышается в разы. Теперь надо отполировать вот это окончание. Волшебная тряпочка. Прототип готов. Сюда теперь вместо того окончания можно надеть любую насадку. Хоть такую, хоть такую. Теперь надо ручку выбрать. Берем, обрезаем. Как мы видели, я ходил в гости к товарищу, он мне наделал ручек. Молотки делать это, конечно, хорошо. Хочется и кушать. Время обеда. Есть у нас печечка. Сейчас покажу, как иногда можно пообедать при помощи печечки. Идете в магазин, покупаете 200-300 грамм мяса, луковицу, приправы, думаю, у всех есть, хлебушек. И вот так вот жарится шашлычок. А почему не пожарить, замариновать шашлычка? Чтоб на нужную высоту шампурик у нас стоял, любые средства хороши. Все это легко и просто можно сделать, провернуть там как надо. Самое главное, стоит шикарный аромат, все это дымком проходится и создается такая праздничная обстановка. Таким снарядом идет. Я люблю прожаренное мясо, не люблю, когда сырое. Тут у каждого вкусы могут быть свои, поэтому каждый делает так, как считает нужным. Этот же лучок, в котором мяско маринуется, можно использовать. Это хорошая приправа, порция на завтра. Здесь развел по вкусу немножечко уксуса. Соус шашлычный. Сейчас мы его немножко сюда добавим. Вот так можно сделать. Вилочкой перемешиваем. Соус я люблю не острый. И теперь берем наш шашлычок. О, какая красота на обед. Всем приятного аппетита. У кого есть печка на дрова в гараже, тот всегда может быть шашлыком. Было бы только желание. Теперь можно чайку попить. Можно продолжать работать. Ручка получилась 40, 4, 42.
кстати, еще один вариант. Когда работаешь вот так, может быть, вот такой скос на ручке тоже будет удобен. Одно дело скопировать, а другое дело какую-то придумать от себя тяну, попробовать так, не так, и потом уже делать вывод. А дальше обкатка покажет, что и как. Один есть. Второй. Ну и этот еще чуть полирнул. Тут не идеальная полировка, для пробы этого и не надо. Сейчас мы с вами будем обрабатывать ручки, их выглаживать, придавать им такую приятную тактильную форму. Шкурка это 80-ка, 120-ка и 180-ка. Заряжаем 80-очку. Опять же не забываем про очки. Глаза в магазине не продаются. Должен сказать, даже после 80-ки уже ее в руках приятно держать. Вот она, вторая ручечка. Поехали, третью ручку делать. Для этого есть вот такая специально обученная курка. Очень мне нравится. Все гладенько, все отлично. Дальше я не вижу смысла что-то делать, поскольку все это пока что будет обкатываться. Есть подопытный. Теперь натираем шишек вот такими грибочками. Пусть замерзают. Получилось два хороших шишака. Отлично. Ой, дотелепался. Вот она, наша почта России. Идем, 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 идем и пришли. Где наша посылка? Я в предыдущем видео я говорил, что вот едет нам хотспот от Сергея Францутова. Это пока что анонс. Распаковка будет в следующем видео. Самая ярко выраженная сфера это вот у этого. Здесь сфера менее выражена. А здесь сфера в принципе такая же, но диаметр байка большой. По сути дела, по диаметрам, если посмотреть, вот это самая маленькая, это диаметр побольше, и вот этот еще больше. На сегодня, как говорится, хватит. Идем домой. Завтра продолжим. Вот так бы вся зима была с таким снегом. Красота. Ну а нам туда. Вот такая погода у нас и днем, и вечером. Красотень. Люблю такую погоду. У нас это редкость. Вот очередная переделка, поигрался. Вроде бы сфера тут не ярко выражена на этом молоточке. Но минусит он как не в себе. Его немножко сделать поменьше. Посмотрим, что из этого получится. Вот так на глаз заклеил, то есть снесу вот так и так. И боек уменьшится. Получился квадрат. Теперь вот эти края чуть-чуть надо убрать. И посмотрим, что получилось. Если что-то мне не понравится, я это просто вот так спиливаю. Просверливаю, нарезаю резьбу, и будет он у меня под насадки. Так что ничего страшного не случится, если что-то и не получится. Вот такой боек, можно сказать, что раза в два уменьшился. Шкурочка 600-очка на сетке абрамнетовская. Что получится, еще никто не знает. Даже сам молоток не знает. Естественно, и я не знаю. Заблестело. В этот раз я не стал снимать, как я это все делаю. Имеется в виду, как шишки забиваю. Теперь вернемся чуть назад. Здесь такая сфера не сильно, но выраженная. Молоточек хороший, тяжелый получился. Вот здесь вот
сфера еще меньше выражена, он, ну, можно сказать, почти прямой получился. Здесь под насадочку. Вот этот молоток у меня с самой длинной ручки, это на дальнике что-то забивать, пробивать, ну такое. Вот. Вот с этим пока не решил. Срезал, срезал, срезал эти плоскости. Пошел в сторону уменьшения. К сожалению, времени экспериментировать особо нету. Поэтому вот в таком виде пока что решил оставить. Уже все молотки работают. И это хорошо. Потом каждый из них найдет свое место и применение. Ну вот они, все мои молоточки экспериментальные. Вот таким большим. Только большое осаживать, объемное. Вот эти молоточки. Один более выпуклый, один менее. Мы можем поработать под насадочки, под разные любые. Уже видно, она поменьше стала. Теперь берем с маленькой насадочкой, работаем ей. Чуть я там заминусил, ну это как бы обкатка, ничего страшного, всякое бывает. Теперь вот такой молоточек. У этого боек диаметром поменьше, вес примерно тот же, и он осаживает более резко. Все это работает, просто у каждого своя зона применения. Исходя из того, что у вас есть ассортимент, вы одни шишки осаживаете одним инструментом, другие другим. То есть уже смотрите, кого куда применять. Вот еще один пример для вот этого молоточка. Раз, два, такая как губа. Очень хорошо, легко, быстро и эффективно пробивает. Достаточно тяжелый молоток, по-моему, надо работать очень аккуратно и нежно. Сразу появляется такая, как площадочка пробивает. Насколько я удачно снимаю камерой, то я вижу глазами, мне нравится. Чему веду разговор, что тяжелые молотки тоже имеют место быть, и они за счет своего большего веса активно осаживают, просто ими надо научиться работать. Бугор был, и вот уже он практически забивает. Почему вот так я держу, когда на вытянутой руке, как ты не старайся, силу удара контролировать тяжелее. Я перехватываясь вот так, более эффективно силу удара регулирую. Для того и существует обкатка, чтобы обкатать инструмент и делать выводы, на что его надо применять, в каких местах, в каких не надо. Что-то маленькое забивать вот такими байками нету смысла. Вот, допустим, как вот, маленькая здесь точечка. Ну какой смысл вот таким байком, который в 4 раза больше, пытаться забить? Да, можно там уголком как-то. Но проще взять пробойничек, 2 раза ударить и осадить это все. Пока что у меня, конечно, все это коряво получается, но потенциал инструмента есть. Еще раз говорю, ко всему надо привыкнуть. Вот другой молоточек, тоже ручка у него очень длинная, я пока еще не определился, отрезать всегда успеем. Здесь боек немножечко поярче выражен. Не знаю, насколько камера передает или вообще ничего не передает. То, что видно глазами, этот инструмент весь работает. СССР молоточки. Надергаю шишек и посмотрим, как они работают. Сразу говорю, снимать и работать очень сложно. Сильно камнями не кидайте. Постараюсь снять, насколько это возможно. Вот он молоточек такой. Это еще раз повторюсь, пока что это все прототипы. Ну, посмотрим, как он осаживает. Шишки йог.
Выделил два вот пятачка. Попробую я снять. Попытаюсь я все-таки снять, как это все происходит. Два грибка ставлю. Сейчас они чуть замерзнут. Я на паузу поставлю. И потом отрыв. Наши грибки замерзли. И сразу на отрыв. Сейчас поколочу, попробую поснимать. К сожалению, вот этот засвет, если я ставлю камеру так, что мне видно, вернее, в камеру видно, когда я работаю, мне камера мешает, поэтому вид будет сбоку. Работает. Теперь вот этим. И этот работает. Теперь вот этот. Все молотки работают, все в принципе забивается. Я сниму камеру и покажу, что стало.